What it really means to live like golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. И что нет? И еще один спинолом! Спинолом и неожиданный просто! Удержание, ребят! Раз, два, три... Что? Что? Какое? Лопится? Эндрю, мать его, Сильвер, что? Как? Как, ребята? Ребят, что это было? Что это было? Итак, дамы и господа, сейчас мы с вами наблюдаем долгожданный матч-реванш между Эндрю Сильвером и Скорпионом. Прошлый их матч был главным апсетом в истории. Никто не ожидал победу Эндрю Сильвера в том матче. Но спустя время было ясно и понятно всем то, что Скорпион был просто отравлен и, скорее всего, его отравил Инсейн Русик. А Сильверу так уж повезло в тот период победить и Скорпиона, и Инсейна. Инсейна, причем в полностью честном матче. Сейчас Сильвер сразу же делает свой коронный спинолом. Да, но мне кажется, в этот раз не будет все так просто. Потому что Скорпион явно не повторит такую же ошибку. Будут замеряться силами эти рестлеры. Увидим, у кого больше чемпионской силы. Ну, пока что Скорпион доминирует над Эндрю Сильвером. Жесткого леща прописал. А главным событием на сегодняшнем шоу будет матч. Командный матч между Эндрю Сильвером и Алексом. Сильвер, да, проводит два матча. Против команды Нигмы. Чокслэм. На кону будет стоять у Алекса титул в тяжелом весе и его карьера. На кону у команды Нигмы будет стоять.
вообще сама ихняя группировка. Если Алекс побеждает Сильвером, то Нигма распадается. Сейчас Скорпион просто душит Эндрю Сильвера, он сейчас может его просто-напросто задушить. Пытается Сильвер держаться из последних сил, но, видать, походу не может, и силы его оставляют. Все, походу да, ребят. Для Скорпиона это была легкая прогулочка. Мне кажется, он готов и намерен мстить Инсейну Русику за то отравление, которое оставило черный след на карьере Скорпиона. 3. Это конец. Победитель матча становится действующий чемпион CTW. Скорпион. Он так же само будет и продолжать делать для нас громкие защиты титула. Сильверу пожелаем удачи.
встаем, чтобы снести. Пускаем вспять, встав на пути своей судьбы, сплетая нить, даруем жизнь, чтобы убить нас. Ну что, ребят, я вас не подведу, бог со мной. Я так вижу, что я лучший. Наконец-то это произошло. Произошел матч, который поставит точку в противостоянии Нигмы и Алекса, а в частности Шокера и Алекса, поскольку их недолгое противостояние началось еще в 2020 году. И закончится только сейчас, и мы видим начало матча. О, жесткая атака от Шокера по Эндрю Сильверу. На начале матча при выходе Алекса тень напала на Алекса, и пока что Сильвер готов сам справляться, и пока что у него это неплохо получается. Проводишь шлагбаум. Бум, еще один мощнейший шлагбаум. У Сильвера тоже неоднозначное отношение с командой Enigma, и пока что он это доказывает. Несколько лет команда Enigma не давали жить спокойно Алексу. Алекс потерялся. У Алекса никогда не было за это время каких-то весомых достижений. Только вот в 2022 году он сумел забрать титул. Ух, суперкик! Сумел забрать титул в тяжелом весе у Шокера. Хотел попытать удачу в четырехстороннем матче, но опять-таки у него это не получилось, потому что вмешался гребаный Шокер. И сейчас эти ребята решили поставить точку. Если проигрывает Алекс, он заканчивает карьеру и теряет титул. Если проигрывает Enigma, то команда распадается. Ух, теперь передал эстафету тени Шокеру. Пока что тень неплохо атакует так Сильвера. Ну, сбивает, это даже не шлагбаум, просто сносит нахер тень, наш танк Сильвер, и начинает душить, очень крепкая хватка, я вам хочу сказать, у Сильвера, этот парень не из простых. Посмотрим, что ответит тень. Тень хватает за ногу Сильвера, пытается что-то произвести, нет. Просто отбивается и переходит, перекручивает, и получается попытка лэблока кроссфейса. Ребят, в этом матче просто очень много интриги. Я знаю то, что все мы болеем. Ого, смотрите, давайте, Сильвер, давай, спинолом, и да, спинолом на начале матча для тени. Всем, ух, и прибегает Шокер. Все мы, понятное дело, хотим увидеть победу Алекса и Сильвера. Всех уже достала команда Enigma. Они натворили много дерьма за это время. Они не давали жить спокойно Алексу. И поцелуй сестры Шокера для Сильвера. Также на начале матча. И Алекс, да! Наконец-то Алекс приходит в себя и начинает раздавать всем люлей. Давай, Алекс, вырви всю злость на этих двух выродках. Пока что ситуация инициатива под ихним контролем. Поднимает Шокера Сильвер. И дает его на растерзание Алексу. Пока что Алекс просто дубасит Шокера. Попытка шлагбаума, что он хочет сделать, и... Бум! Вот это да, сколько сил, сколько злости вложил в этот шлагбаум Алекс. Теперь он точно сумеет наиграться с этими ребятами. Сегодня он не один, сегодня он... У него в напарниках недавний главный чемпион компании Эндрю Сильвер, который засветился в двух главных победах в своей карьере над Скорпионом и Инсайдом. Теперь мы видим списы от Алекса. Надеемся, то, что Enigma сегодня получит полностью по заслугам. И протоплекс от Алекса. Красивейший протоплекс. Но теперь тень пытается атаковать Алекса, нет, и очередной протоплекс.
Это, как я понимаю, матч без дисквалификации, хоть команды, да, но без дисквалификации пока что лоу-киками атакуют они Алекса. Сильвер идет, бьет тень. Нет, ну тут прилетает локоть в спину от Шокера. И что? И F5! Мощнейший F5 для Шокера. Алекс шуточки шутить не будет. Пошла жара, пошло, поехало. Закидывай тень на плечи и F5 для тени. Только в разброс бьются ребята. Это генеральный менеджер чего? Генеральный менеджер раскидывает просто все. Я сказал по эстафетам драться. Вам что, что было непонятно или что? Я сказал по эстафетам. Я бы на месте Шокера не возмущался. Леща, чего? На RKO, ничего себе, вот эта пушечка от генерального менеджера поставил выскочку на место. И сказал, чтобы матч проходил по эстафетам. Ну что ж, неожиданное появление генерального менеджера во время матча. Впервые такое, кстати, произошло. Алекс поднимает Шокера и начинается локап. Алекс встает в локап и пока что... Ух, какой агрессивный чейн у Алекса. Явно он настроен покалечить Шокера. В прошлом матче он достаточно на нем наигрался, но Шокер не успокоился и вмешался в четырехсторонних. Просто мешает жить. Что и... Ух, нейкбрейкер от Алекса. Очень больно принял этот прием Шокер. После его рассказа, после матча. Что готовится провести Алекс? Бум! Еще один жесткий, жесточайший шлагбаум. Шокер очень-очень выносливый боец. Шокер может принять очень много урона. Но сейчас мы это и видим, поскольку пока что Алекс жестко месит его. Шокер несколько раз ставал обладателем короля, звания короля хардкора. И это все вполне заслуженно. И вбил ногу в землю. Что готовится? Что же он думает? Тень что-то говорит Алексу. Алекс показывает ему факел. И... Ух, ё-моё! Отвлек Алекса с локтя! И еще раз вы только вслушайтесь в эти удары по спине. Ребята, суперкик отлетает просто Алекс. Ребята, это не шутки, это реально. Сейчас какую-то херню берет в руки Шокер. Начинает атаковать ею Алекса. Кусок фанеры, гипсокартон, что это? Обрабатывает пока что спину Алекса. И на по балде, по голове бьет Шокер Алекса. Готовится провести чоукслэм. Очень-очень значимый матч. Это, возможно, самый важный матч в карьере Алекса. Матч, от которого зависит его будущее. Попытка чоукслэма нет. Алекс закидывает Шокера. И второе F5 для Шокера в этом матче. Неплохо так неплохо. Но все равно в матче может произойти абсолютно все, что угодно. Так что интриги тут не занимать точно, и что и... Суплекс! Ух! Как жестко приземлился поясницей Алекс об землю с высоты, блин, роста Шокера. Каждый прием очень травмоопасен, каждое действие. Не повторяйте этого дома, как бы сейчас бы это смешно и банально не звучало. Что будет делать тень? Пока что доминирует просто... Ух, еще один кик прямо в голову. И падающий локоть, жесткий падающий локоть. Начинает, вот это начинает душить Алекса. А где, кстати, Сильвер? Что-то он пропал. А, вон ходит Сильвер. Он нет, Алекс с легкостью перекидывает тень. Начинает просто его месить ударами.
И что, еще раз, еще один F5 и для тени, да, мощный F5. Не хочет ли Алекс передать эстафету Сильверу, либо же он еще не нагулялся? Нет, он не отпускает тень, нет, он не отпускает и хватает в STF, да. STF в исполнении Алекса. Этим приемом болевым он в своем прошлом матче, в позапрошлом победил Шокера, только он его сделал через цепи, это еще в 3 раза сделал больнее. Обмен ударами между двумя злейшими врагами. Обмен панчами. На. И суперкиком вдогонок. И наконец-то передает эстафету Сильверу. Сильвер уже заждался. Думал, он уже пришел в себя и набрал в себе силы. И что, закидывает и... Бом об колено и заламывает руку. Хватает за руку и да, и заламывает руку. Шокер, блин, вот это вот, блин, Шокер, да пальцы ли в глаза тыкать, это вообще не по-спортивному, Шокер, что ты себе позволяешь? Нет! Сильвер ловит его и спинолом, а между этими ребятами двумя, кстати, тоже было 2 или 3 матча, если я не ошибаюсь. Тоже у них непростая история. Еще один спинолом. 2 матча было между этими ребятами за титул в тяжелом весе. 1, 2, нет. Нет, нет, этого недостаточно. Шокер явно не пальцем деланный. Удар между ног прямо в пах. Что же ты делаешь, Шокер? Финишер, финишер. Это может быстрее привести к концу. Тень нападает на Алекса. Алекс отвлечен тенью. Тень задерживает Алекса. И что? И удержание. 1, 2, 3. Все. И Сильвер выбывает из матча. Алекс остается один. Снова в одиночку. Ребят, столько действий в этом матче. Я не успеваю говорить. Тут такой мощнейший пушка прилетела в лицо Алексу. Ай-яй-яй, Алекс, как ты так? Остался вновь один. Снова. В одиночку. Суперкик по затылку. Теперь, Алекс, мы все надеемся, то, что ты не дашь доминировать над собой этим двум засранцам. Я еще не знаю, как их можно назвать. Тыкнул в глаза, а потом ударил между ног Сильвера Шокер. Это безобразие. Они уже встречались в гандикап матче двое против Алекса, но тогда Алекс выходил травмированным. А сейчас Алекс заряжен, как никогда ранее, на победу. Возможно, мы сейчас видим лучшую версию Алекса и, возможно, лучшую версию Шокера. Ты нанес кучу гипсокартона, Шокер. И ломает кусочек об голову Алекса и по корпусу добивает. Неужели он готовится к своему коронному приему? Да, и хватает, и... Поцелуй сестры Шокера, нет. Алекс реверсирует и проводит его же для самого Шокера. Алекс, красавчик, удержание 1, 2, нет. Нет. Этого не происходит. Пытается прийти в себя Алекс, тень попытался атаковать, но получает удар по голове. По сути, Алексу сейчас бы сплавить как-то тень и остаться один на один с Шокером, выяснять бы вопросы. И гарпун от Алекса! Нет, попадает в ловушку Шокера и треугольник. Максимально плотно замкнутый треугольник. Это очень опасная ситуация. Еще и градом ударом Шокер покрывает. Сейчас Алекс может попросту потерять сознание. Нет, не дай бог. Алекс, не уходи. Из сознания, блин, терпи, родненький, терпи, мы все держим кулачки за тебя. Тень поднимает руку Алекса, первый раз, если 3 раза рука упадет, то все, матч закончен. И упадет ли 3-й раз? Нет, нет. Алекс находит в себе силы и отбивается. И наносит удары по Шокеру. Попытка
Попытка бомбы, и пройдет ли она, и да, бомба! Что же будет делать и STF? Он надеется, что поможет, как и в прошлый раз. STF, сдастся ли Шокер, а Тень даже не разбивает этот болевой чел. Нет, все-таки решил разбить. Мало ли, не дай бог, думает Тень. И теперь что? Тень делает STF для Алекса, блин. Я давненько не видел, чтобы кто-то Алексу делал STF. Нет, вы посмотрите, насколько Алекс силен. Он просто-напросто поднимается с Тенью на себе. Перехватывает, закидывает на плечи. И Алекс Драйвер. Из последних сил. Нет. Насколько жесткие удары сегодня принимают эти бойцы. Особенно Алекс. Сколько уже киков по голове и гипсокартоном его били. Именно к этому подготавливает Шокер к своему коронному приему. Нет, шлагбаум, очередной шлагбаум от Алекса. Ну же, давай, Алекс, начинай разносить всех и вся. Он берет гипсокартон, давай. И прямо об голову Шокера ломает. А где же Тень в этот момент? Уф, и получает немного по шапке Тень. Алекс начинает бежать просто за Тенью. Тень куда-то текает, Шокер в ауте. Шокер думает, фух, слава богу, Алекс ушел, можно хоть чуть-чуть отдохнуть. Что-то отстал сильно, Алекс потерял гипсокартон. А Тень бежит, но это, я не знаю, это вообще по правилам, это вообще можно... Кто это? Это охрана генерального менеджера проводит гарпун Тени, и Алекс его припечатывает еще гипсокартоном, гипсушкой. Все указывает на Шокера и идет к нему. Главное все равно суперки, главная цель Алекса — это Шокер. Все прекрасно понимают то, что Тень — это просто пешка. Просто пешка в этой игре. Хотя кто знает, мало ли мы когда-то увидим перевоображение Тени в какого-то серьезного бойца. Выкидывает пока что, делает небольшой горбик из этого гипса. Ой, неужели что? Прямо на этот... Уф, протоплекс прямо на это... Представьте, насколько это больно и неприятно. А вот и Тень тут, и... Тень уже... И получает суперкик, уже не первый раз ударяет Шокером, блин. Такое было еще в матче, когда Шокер с Экстрим Тайгером дрался. Фух, но сейчас у Алекса есть все шансы избавиться от Тени. Закидывает на плечи, и... Алекс Драйвер! Удержание! 1, 2, 3, и все! Тень уничтожен. Алекс остается один на один с Шокером. Теперь самая, наверное, интересная часть матча. Не дает дотянуться до этой фигни. Сам атакует ею Шокера Алекс. Жестко обрабатывает спину, как мы видим, вообще не жалеет друг друга эти бойцы. Через... Сколько дерьма Алекс вытерпел. Нужно быть очень сильным и стойким человеком. Закидывает на плечи. Походу это конец. F5. Очень мощный F5. Алекс поднимает Шокера. Закидывает на плечи. Вы посмотрите на эту силу. И... Алекс Драйвер. Attitude Adjustment. Это конец. 1, 2. Нет, что? Чего? Алекс в шоке, как и все мы. Как Шокер сейчас вырвался. Уже далеко не первые минуты матча. Уже 20 минут идет этот матч. О, и STF. Теперь думает по надежной схеме пойти только уже через
Ой, а тень сзади. Пытается додушить, додушить шокера пытается. Постучит ли шокер? Шокер, походу, просто отключается. Просто отключаются шокеры, удержание. Раз, два, нет. Этого недостаточно. Алекс, не заставляй нас волноваться. Говорит, это конец, но нет, тень, козел. Тень, что ты делаешь? Не лезь сюда. Что нет? И... поцелуй сестры Шокера, самый мощный поцелуй сестры Шокера, который я когда-либо видел. И еще один раз, еще один второй раз подряд. Нет, нет, Алекс, давай, раз, два, да! Да, Алекс вырывается, Алекс находит в себе силы. Он не может это все так оставить. Мы уже увидели превзошенную версию Алекса. Потому что он уже прошел через ад. Шокер докапывается до тени, выясняет отношения. И хайкик для тени. Неужели это ссора в команде за тот удар, который тень промазал и попал по Шокеру? Неужели, неужели они на этом поссорятся? Алекс, давай. Давай, Алекс. Попытка Алекс драйвера. Нет, нет. Уф, удар между ног. Удар между ног от подлого Шокера. Что и? Бум! Финишер! Финишер! Коронный прием Шокера! Нет, блин! Надеемся, надеемся на Алекса. Ух, и по голове, по затылку. Ребята, сейчас нервы на пределе. Сердце бьется. Неужели мы увидим окончание? И поцелуй сестры Шокера прямо на эту... на этот гипсокартон, ребят, нет, не говорите мне, раз, два, три, все, это конец, что, бляха-муха, происходит, Алекс проигрывает, Алекс проигрывает, и заканчивает карьеру. Это было тяжело себе когда-либо представить. Пожелаем Алексу максимальной удачи и настойчивости.